Так, наконец-то у меня получилось упаковать посылку. Так, ПАВ, есть название, есть термин придатности, срок годности, производитель и объем. Так. Достаточно плотно упакована упаковка дополнительными коробочными кусочками. Стеклянный флакон в целостности. Второй тоже. Третий цел. Сыпучие. Так, то, что я заказывала, есть. Вот такой удобный, такой удобный контейнер упакована мыльная основа. Так. И здесь лист, все, что я заказывала, товары, количество, цена и сумма. Все в порядке.